Ничего необычного, просто Дед Мороз спешит к ребятам. Этой встречи Мария Ратушная ждала целый год. Заветное желание написала в письме. Девочка играет на фортепиано и мечтала получить в подарок музыкальную шкатулку. И сегодня мы приехали на открытие резиденции Деда Мороза в парк Раздолье. Мы уже не первый год сюда приезжаем, очень любим эту традицию. Не только долгожданные подарки были в этот день. Эльфы подготовили квесты и конкурсы. На улице выстроилась целая очередь. Ведь многие специально приехали в Раздолье, чтобы побывать в резиденции сказочного волшебника. Здесь можно не только загадать заветное желание, но и сделать фото на память с Дедом Морозом и его внучкой. Дорогие жители Одинцовского округа! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам побольше счастья, да славных подарочков! Работать сказочный пункт в парке Раздолье будет до 8 января. В будни с 17 до 19 часов. Выходные с 16 и до 19. А вот 31 декабря – выходной. Говорят, в этот день у Деда Мороза много выездной работы. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».